5 марта в Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского в рамках реализации проекта 3D-КФУ состоялись образовательная сессия, мастер-классы и подведение двух итогов прошедших этапов проекта. Мы первый этап подвели в субботу в медакадемии, где отметили лучших студентов, выдали сертификаты отдельным командам победителям. И сегодня объявлено, что ребята начинают более продолжительный и по эффекту отдачи более серьезные проекты. Под эгидой 3D-КФУ собралось 29 команд. В ходе проекта ими были организованы различные мероприятия. Социальные опросы на тему благоустройства города, мастер-классы по фотографии, экологические опросы, мастер-классы по танцам и музыкальные вечера. Для меня проект 3D-КФУ – это нечто новое, нечто интересное, потому что можно проявить свои лидерские качества, можно проявить инициативу, это новые знакомства. И 3D-КФУ дает возможность студентам Крымского федерального университета изменить Крым и изменить свой университет. Образовательная сессия продлится до 6 марта. Ее участников ждут различные мастер-классы, индивидуальные консультации с экспертами и подготовка к наиболее сложному, третьему этапу проекта. Антон Бизик, Дмитрий Макеев, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.